Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон Xiaomi Redmi K40. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве выключить водяную метку в камере. Для этого мы заходим в камеру. Дальше в камере в правом верхнем углу нажимаем на три полоски и переходим в настройки. Дальше первым же пунктом мы видим водяной знак. Обязательно здесь убираем везде галочки. И после этого мы будем делать фотографии без каких-либо водяных знаков. На этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!